первому моему уехавшему из России другу. Он уехал в Германию, он был джазменом очень хорошим. И как-то джаз не был востребован настолько, чтобы он смог свой талант реализовать в наших условиях того времени. А еще эта песня посвящается великому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Почему вы сейчас услышите? So this song is dedicated to your friend, a jazz musician, who left Russia. There wasn't enough demand for jazz music that he could make his way in Russia and realize his talent in folk, so he left. And it's dedicated to him and also to the Russian poet Alexander Sergeyevich Pushkin and wife Lyubov Irina. Быть может, не был Данте с повесой и плутом, а Пушкин был. Быть может, Пушкин убит за правду, и притом всем дорог и мил. Но не в лихой крови здесь кроется решение, а кое в чем бесстыже простом. Относятся как к мишеням, а плачут потом. Березки, речка и луг нам всем ласкавшие взор вдруг стали попсовые. Лжепесни заняты тем, что хвост пожав палят в упор по бабе с косой. Софистам черт не брат, но серебро останется, а мода перекинется в медь. К талантам на Руси относятся как к пьяницам, их надо жалеть. Языке играешь свой джаз. Мы, безусловно, грустим, тебя не заменить никем, но дело не в нас. Ты умирать не стал, а мог и умереть бы, повсюду неприятие жечь. К талантам на Руси относятся как к ведьмам, их надо.